Российская дальняя авиация сегодня нанесла удар по объектам запрещенной группировки ИГИЛ в Сирии. 6 бомбардировщиков Ту-22 уже вернулись на аэродромы базирования, перед этим уничтожив под Дер-эз-Зором лагеря террористов, бронетехнику, склады оружия и боеприпасов. Самолеты действовали под прикрытием истребителей Су-30 и Су-35 с аэродрома Хмеймим. А Ту-22 отзываются как об очень эффективном средстве доставки. Они бьют строго по заданным целям, используя спутниковую навигацию. До удара ведется доразведка беспилотниками. Уничтожение целей подтверждено данными объективного контроля. В начале недели российский генштаб сообщил, что в районе Дер-эз-Зора наша авиация помогает сирийским войскам отбить атаку боевиков ИГИЛ. Если террористы возьмут город, который держат в осаде около 3 лет, то всех жителей могут убить.